привет! Как дела? Сегодня мы идем на концерт шамана на Газпром-арене. Я раньше метро обожала. А подруга дала бесплатный билет. Это я, да? Помаши. И мы идем с подругой и с мамой. Ой, закат какой! Посмотреть и послушать концерт шамана. Такая вот очередь стекается на арену. Не знаю, как мы сейчас зайдем. Вот такая площадка интересная. Обалдеть, сколько народу. Так, люди с флагами пришли. Вот народ стекает. Сейчас еще фейс-контроль будем проходить. Ой, народищу. Вон там уже на лестнице поднимаются. Ага, тут змейкой. Как там? Сейчас будем проходить. Да ладно. Стоим в очередь с подругой. Моя любимая подруга Женя. Блин, честно сказать. Ну все, прощупали нас. Теперь вот там вот. В комнате ощупывания. Теперь идем. Да, на наш сектор 226. Мама в шоке от того, что ее ощупали. Мам, это посмотри стадион, а то не запомнишь еще, что как. Внутри-то мы еще никогда не были. Вот забрались мы на арену. Там уже стадион виден. А он закрытый сегодня, да? Стадионище. Концерт пока не начался. Сидим, ждем концерт. Уже полчаса нет. Да, уже пол восьмого, а шамана все нет. Ждем, ждем. А Германа все нет. А Германа все нет. Поздно вечером. Тип того. Thank you.
Субтитры сделал DimaTorzok.